самое для меня важное и ценное, что все были открыты, и у нас все получилось. Ура! Конечно, я в первую очередь в диком восторге, просто в дичайшем восторге от Татьяны Соколовой, потому что я наблюдаю за ней уже на протяжении многих-многих лет. Вижу, как человек создал свой бизнес, она стала действительно главой бизнеса, и самое ценное – это то, что Татьяна – трудоголик человек, да, она просто передает свой опыт вот таким людям, да, которые просто нуждаются. В восторге от вот этих девочек, которые сегодня здесь были, от этого сообщества, потому что посредством вот этой их миссии дарить здоровье женщинам, дарить красоту, комфорт, ну и все, что, в общем, нас, женщин, облагораживает и украшает, вот эту миссию, ну, я не знаю, можно поставить просто на пьедестал. Я очень рада, во-первых, что люди нашли возможность приехать, и они не просто отсидели мероприятие, как это часто бывает, я на многих мероприятиях бываю, а они были включены. И это было очень ценно, что люди не просто слушали и, да, там, занимались какими-то своими делами. Нет, они были прям включены, они делали записи, они задавали вопросы, они были включены в этот процесс. Это самое для меня главное. Ну, для меня, во-первых, самое крутое, что мы, в принципе, собрались, что мы организовали первые, что мы первые организовали этот форум. И на самом деле, потом, ну, как бы вот это чувство, что мы классные, мы крутые, и я надеюсь, что он действительно будет и первый, второй, третий, пятый. И я искренне нам всем этого желаю.